Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сегодня я отвечу на очень важный вопрос, который задают подписчики мне. Объединю это в один вопрос. И звучит он примерно таким образом. Как долго нужно поощрять собаку всевозможными вкусняшками, пищевыми поощрителями при изучении какой-то определенной команды? Ну, здесь можно ответить просто, как долго вы будете работать, если вам не будут платить заработную плату. То есть можно было бы, конечно, ограничиться этим ответом, но тогда суть вопроса я вам не раскрою. А суть вопроса опять у нас будет касаться, ну, кому интересно, послушайте, кому не интересно, можете сейчас сразу прерваться. Мы с вами будем говорить о высшей нервной деятельности, то есть что такое рефлекс, как он вырабатывается, на какие классификации он делится. Я не буду душить вас терминологией, постараюсь все на доступном языке объяснить. То есть, ну, все вы знаете из курса биологии о том, что рефлексы у нас делятся на условные рефлексы и безусловные рефлексы. Безусловные рефлексы – это те, которые уже были даны животному, человеку, при рождении, и условные рефлексы – это которые вырабатываются в процессе жизнедеятельности. То есть, вот так вот. И здесь, как вырабатываются, речь сейчас будет идти у нас о условных рефлексах. То есть, то, что мы пытаемся произвести с собакой, выработать какую-то команду, то есть сидеть, лежать, стоять, ну, абсолютно любую, это называется как раз вот условный рефлекс, который, собственно говоря, у нас переходит в навык. То есть при многократном повторении условного рефлекса он переходит в навык. Теперь смотрите, значит, из чего складывается условный рефлекс. То есть условный рефлекс — это, опять же, вот я очень утрирую сейчас определение, это ответная реакция организма на какие-то раздражители. И вот для того, чтобы у животного выработался условный рефлекс, как, впрочем говоря, у человека, нужно соблюдать какие-то определенные нормы, правила, соблюдать определенные условия. Ну, например, такое условие, самое первое условие, да? То есть, вот, например, коснемся мы, как вырабатывал Павлов, да? То есть, вот, загорание лампочки у собаки, собственно говоря, ничего для нее абсолютно не значит. То есть это раздражитель, который совершенно ни о чем не говорит. Да? Но если связать этот условный раздражитель, ну, например, не будем говорить о лампочке, давайте о голосовой команде, например, сидеть. Да? Если связать этот условный раздражитель, который ни о чем не говорит, голосовая команда, с подкреплением безусловного рефлекса, то есть безусловного раздражителя, такого как, например, принятие пищи, да, собаки, то есть загорается лампочка, через определенный промежуток времени, короткий промежуток времени, они тоже бывают абсолютно разные, эти промежутки времени, ну, здесь мы не будем этого касаться, мы говорим очень коротко, будет подаваться пища, то есть мы тем самым выработаем у собаки то, что на лампочку будет вырабатываться слюна. То есть, если мы многократно будем повторять, лампочка 2 секунды, миска с едой. Лампочка 2 секунды с миской с едой. То есть, здесь у собаки будет вырабатываться слюноотделение. Тоже, точно так же, как и команда сидеть. То есть, собака села, поощрили безусловным рефлексом, то есть подкормкой, да, и вот многократное повторение, и уже просто без подкормки будем говорить, сидеть, собака будет садиться уже чисто рефлекторно, потом рефлекс этот будет перерастать в навык. Стадия развития рефлекса, что же это такое? Стадия развития рефлекса — это как они формируются, ну, есть три стадии развития рефлекса. Первая стадия развития рефлекса — это генерация, то есть когда рефлекс вырабатывается. Вторая стадия развития — это стимуляция, когда мы стимулируем
развитие рефлекса. И третья стадия – это стабилизация, то есть когда рефлекс стабилизирован. И если вот вы все правильно сделали, шли по цепочке, и у вас выработался определенный рефлекс, то есть смотрите, опять вот хотел не касаться, но коснуться все-таки придется такой темы. То есть, в принципе, рефлекс – это такая дорожка из нервных импульсов, которая у безусловного рефлекса, она дается, значит, животному человеку от рождения, то есть определенная дорожка, по которой, значит, бежит нервный импульс, да, то есть там зрительный, там потом в конечном результате в головной мозг поступает со слюноотделением, да, это я так закончил, утрировал. То для того, чтобы выработать условный рефлекс, нужно вот этот вот нервный импульс проложить новую дорожку. И если вы все сделаете правильно, то есть первая стадия – это вы сгенерируете, то есть покажете, потом закрепите. И третья стадия – это значит, у вас будет стабилизирован, превращен рефлекс в навык. То вот вам, пожалуйста, у собаки будет линия поведения какая-то определенная, которая уже, в принципе, будет не нуждаться в постоянном подкреплении, безусловным вот этим вот как раз мотивацией, которая будет пищевая, о том, что вы меня спрашивали, то есть о вкусняшках, о подкормочках и так далее. То есть на этой стадии вы можете уже не постоянно давать собаке какие-то подкормки. Но здесь опять мы сталкиваемся с такой ситуацией, что для того, чтобы вот эта дорожка не угасала, то есть у вас условный рефлекс работал, его нужно будет периодически подкреплять. То есть вот это мы возвращаемся к теме о том, что как долго вы сможете работать без заработной платы, да? То есть месяц, положим, вас не заплатили, задержали эту заработную плату, ну вы вроде как ничего. Второй месяц не заплатили, вам уже не очень хорошо. И в зависимости от индивидуальных качеств животного либо человека, вы либо бросаете эту работу, уходите на другую, а собака тем самым заканчивает выполнение, то есть у нее вот эта нервная дорожка как бы стирается, она заканчивает выполнять вот этот навык, вот этот рефлекс, сидеть, лежать, стоять и так далее. То есть комплекс каких-то сложных упражнений. И от индивидуальных особенностей животного это происходит либо чуть раньше, либо чуть позже. То есть собаку нужно стараться поощрять постоянно. То есть давать зарплату как человеку постоянно. Ну, может быть, не каждый раз после выполнения команды. Через раз, через два раза, через три раза. Но делать это нужно будет периодично, подкрепляя выработанный у нее рефлекс. Итак, мы сейчас с вами окунулись в тему высшей нервной деятельности, друзья мои. Давайте, значит, запомним, что собаку нужно периодически поощрять ее работу, так же, как и человеку нужно давать зарплату. И поэтому заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий. Олег, спасибо.